Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу о натуральном средстве, благодаря которому можно укоренить практически любые черенки. И речь пойдет о янтарной кислоте. Янтарная кислота – это органическое природное соединение, которое участвует в клеточном дыхании живых организмов. Она содержится в небольшом количестве во многих растениях. Янтарная кислота стимулирует рост и повышает в разы урожайность растений и ускоряет развитие корневой системы. Янтарная кислота выпускается как в порошке, так и в аптечных таблетках и в жидком виде. Чтобы ускорить процесс корнеобразования, необходимо замочить черенки в растворе с янтарной кислотой. Пропорция должна быть 1 грамм на 1 литр воды. Если одна таблетка содержит 100 мг янтарной кислоты, то на литр нужно взять 10 таблеток. Если у вас порошок, то используйте примерно пол чайной ложки. А если в жидком виде, то примерно 10 капель на 1 литр воды. Черенки нижним срезом погружают в такой раствор и оставляют на сутки, после чего черенки можно высаживать в землю или продолжить замачивание в простой воде до появления корней. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы узнать больше.